кстати, Володя идет. Ага. Вышел забирать после... Ну, буду. Будешь? Но в ноябре. То есть после сезона? Ну да. Знаешь, как свободным агентом. Лучше ему насыпать. Предварительная договоренность есть у вас? Да, он хочет к нам. И на самом деле и социум это говорил. Но сейчас он за них отыграет. Таковы реалии, к сожалению. Его не могут отпустить. Ну, чуть, конечно, не понял слова Соса, где он говорил, что мы некрасиво поступили у тебя на столе. Угу. Потому что, на мой взгляд, мы, наоборот, максимально красиво поступили и приняли их условия и решение не отпускать Володю на кубок. То есть он, по факту, не был заявлен, хотя он сказал, мне вообще похуй, это моя мечта, я хочу выйти и сыграть на кубке. Я говорил, не, Володь, типа, ну нельзя как бы перепрыгивать там через голову руководителя, все-таки надо считаться с мнением Соса. И поэтому я не понял, в чем мы некрасиво поступили. Наоборот, мне кажется, приняли во внимание то, что он попросил со Славой.